интересным, развивающим, по пятницам развлекающим, чтобы мужики наши, россияне, не в пив-барах, а животики отращивали, пропагандирующим спорт, здоровый образ жизни. Но это нельзя вложить в один канал, поэтому у нас и существуют разные каналы. Дети, подростки, совсем такой тупизм есть. Есть и такие каналы, прям совсем-совсем народные, даже не знаю, на какую часть населения это рассчитано, неужели вот это кому-то интересно, но если существуют эти каналы, и они являются рекламодателями, ну, значит, это тоже пользуется. Я вообще идеалист, причем радикальный, и ну, невозможно, чтобы все мыслили правильно, жить стали правильно, невозможно. Но все-таки телевидение как массовое такое потребление, это же массовое потребление телевидения, но оно должно воспитывать. Оно должно воспитывать и указывать. И этим должно заниматься государство. У нас мало чем сейчас занимается государство. Мы многие вещи отдали на откуп какой-то коммерции. Или родители, разбирайтесь сами. Я как родитель, я разберусь сам. Но остальная есть страна, которая не разберется, которую нужно указывать, которую нужно подсказывать, где многое, ой, по пунктам пересказывать, это времени нам не хватит. И все.